Извините, немного задремала. До вас был один очень АСМРный клиент. Да-да, на такой работе все время чувствую сонливость. Чем я могу вам помочь? У вас несколько посылок. Хорошо. Значит, мы с вами все посылочки аккуратненько взвесим и измерим. Оценим по шкале ASMR. Внесем данные в нашу базу. Также внесем ваши персональные данные в нашу базу. Хорошо. А ну, показывайте, с чем пришли. Раз, два, три, четыре. Четыре чудесных посылки. Вы знаете, они выглядят действительно очень многообещающе. А где вы приобрели такие чудесные? В интернет-магазинах. Да, сейчас это очень распространено. А, кстати говоря, вы пользуетесь кэшбэк-сервисом? В таком случае я могу вам посоветовать очень хороший кэшбэк-сервис. Он называется letyshop.com. Да, это очень надежный кэшбэк-сервис. Он существует более 5 лет. Поэтому вы можете быть уверены, что вы получите свой кэшбэк. Определенно. Очень много довольных пользователей. К тому же он очень удобен. После регистрации вы можете скачать специальное приложение, с помощью которого вы сможете в браузере отслеживать автоматическом фоновом режиме размер кэшбэка в разных магазинах. Да, он сам будет вам подсказывать и напоминать о том, что можно совершить покупку с помощью кэшбэка letyshop.com. Да, кстати говоря, у меня есть ссылочка. И сейчас в преддверии 8 марта и после повышенный кэшбэк во многих магазинах. Да-да. Так что обязательно воспользуйтесь. Пожалуйста, не благодарите. Очень рада быть полезной. А, ну что ж, давайте приступим. А для начала введем ваши персональные данные. Скажите, пожалуйста, ваше имя и фамилию. А по слогам, пожалуйста. Как красиво звучит. Так, адрес вашего проживания. Итак, у вас 4 посылки ASMR. А с какой начнем? Ну, мне больше всего нравится вот эта. Она такая необычная.
себе много загадок. Так, значит, это у нас с вами цилиндрический предмет. Неопределенного назначения. Упаковка издает приятный липкий звук. Особенно мне нравятся эти нежные бусинки, похожие на жемчужины. Вы сами сделали такую упаковку? Хорошо. Это всегда плюс. Что ж, взвесим нашу посылочку. Длину она у нас составляет 24 сантиметра и радиус около 5 сантиметров. Выглядит очень просто. Интересно, что же в ней особенного? Нежный таппинг. Всегда особенно любила таппинг по пластику. Хорошо. Можно делать также scratching sound. Довольно интересное наполнение. Затрудняюсь сказать, что там такое.
Очень расслабляющий звук. Хрустящие звуки. Какой-то мягкий звук, перин, действительно, это очень уникальная посылка с большим количеством вариантов триггеров и очень нежным, деликатным звучанием в то же самое время. Мы будем вскрывать посылку для того, чтобы оценить содержимое по шкале ASMR. Нет, хорошо. Итак, вес данной посылки составляет 9 грамм. Очень хорошо. Размер посылки. Размер посылочки 20 сантиметров в длину, 11 сантиметров в ширину и около 6 сантиметров в высоту. Посылочку взять следующую. Давайте пока эту поставим сюда, чтобы не мешало. Эту. Хорошо, я, пожалуй, отдам предпочтение. Этой аккуратной коробочки праздничного вида. Выглядит как настоящий тортик. Что ж, четыре разных типа звука, которые можно получить с помощью поцарапывания упаковки. Голубой, белый цвета и очаровательный бантик. И бирюзовыми полосками. В центре у нас такая сеточка. Так. Смотрите.
кажется, внутри что-то есть. Сразу затрудняюсь сказать, что это такое, но что-то сыпучее, очень приятный звук. Мне кажется, мы просто обязаны вскрыть эту посылку и оценить ее содержимое по шкале ASMR. Хорошо. Итак. Да. Это было ожидаемо. А внутри чудесный фиолетовый песочек. Который так приятно зарыться пальчиками. Сама коробочка такая голубенькая. И звук нежный. Напоминает шум прибоя. Да, очень милая посылка. Давайте произведем свешивание. Итак, содержимое этой посылки весит 303 грамма. Моя любимая измерительная лента чудесного розового цвета. Люблю все розовое. Итак, диаметр посылки 14 сантиметров и высота всего лишь 8. У вашей посылки достаточно аккуратных размеров, я могу. Не маленькие, нет. Но и не большие. Как раз удобно держать в руках и делать звуки с ними. Что ж, я внесла данные об этой посылке в анкету. Осталось оценить вашу последнюю посылку. Она выглядит очень многообещающе.
насчет необычной авторской упаковки. Чаще всего получатели любят все авторское. Это, вы знаете, добавляет ощущение. Сразу же видно, что вы постарались, собирая эту посылку. Звук такой на любителя, но я думаю, любители на это. В мире ASMR есть огромное изобилие вкусов. Каждый тренер всегда найдет своего клиента. Переживай не о чем. Хорошо. Давайте измерим. Да, посылку. Так, 99 грамм. Параметры геометрические 14 сантиметров на 15 и 3 сантиметра высотой. Очень компактная посылка. Так. Компактная посылочка. Очень хорошая. Мне терпится посмотреть, что в ней. Вы планируете оценивать содержимое по шкале ASMR? Хорошо. Стараюсь распечатать аккуратно. Особенно мне нравится эти упаковки. Прекрасно все, как будто медвежьи шаги по снегу в лесу. А вам что кажется? Это у нас блокнот или книга. С листами ручной работы. Чудесная вещь. Уверена, получатель будет даже жалко ее использовать. Хорошо. Нежный скрэчинг саунд. Так.
Не очень много страничек, но зато каждая толстенькая, приятная на ощупь. Даже видно фрагменты листвы в каждой страничке. Очень мило. Ой, смотрите-ка. Там что-то есть. О, я нашла сюрприз. Это вырезка из кассеты. Позвольте же прочитать стишок. У тополя есть почки, а в почках спят листочки, завернутые в пеленки, клейкие и тонкие. Сегодня им приснилось, что в яркий солнцепёк зелёненький кафтанчик надел тополёк. Пятый класс. Какая прелесть. Очень мило. По-весеннему. Итак. Запакуем эту посылочку обратно. Итак, подытожим. Вы к нам сегодня принесли 4 чудесных ASMR-посылки. Они будут участвовать в нашем ASMR-аукционе. И фокус-группа даст им финальную оценку по шкале ASMR. Какая посылочка им понравится больше? Да. Обязательно приходите к нам снова. Я была очень-очень рада работать вам и вашими посылками. Они такие же чудесные и волшебные, как отправитель. Пожалуйста. Мне пора встряхнуть. Да, до следующего.